Греховный навык производит в душе великое ослепление, делает людей безрассудными и потемняет светлое око ума. Святитель Иоанн Златоуст. Достоин сожаления факт, что человек с большой легкостью совершенствует вещи, а не себя. Свидетельством тому любая высокоразвитая цивилизация. Чем выше достижение цивилизации, тем ниже уровень моральных ценностей. Святитель Николай Сербский. Святые мученики, вкусившие любви Божией и насытившиеся ею, научают нас, что любовь Божия – нежные узы, но что рассечь ее не может и меч обоюдоострый. Преподобный Ефрем Сирин.